Не знают многого обо мне. Я немножко оставила информации про себя на своем канале, но этого, я думаю, недостаточно для вас. Начну с того, что я родилась в России, в городе Екатеринбурге. Я жила там 6 лет со своей семьей. У меня мама наполовину молдаванка, папа русский. Потом мы переехали в Молдову, когда мне было 6 лет. И там я прожила до...